Охраняющий добычу от сорок снежный барс попал на видео. Кадрами в социальных сетях поделился заповедник Упсунурская котловина. Редкий хищник выбрал в качестве обеда горного козла. Однако в тот момент, когда ирбис приготовился к трапезе, к нему подлетели сороки. Птицы начали нервировать снежного барса, окружив его со всех сторон. В комментариях к видео работники заповедника в Туве отметили, что это второй зафиксированный на видео случай охоты ирбиса. Последний раз за таким занятием его заставали в этом же регионе, однако много лет тому назад.